Ботанічний сад у городской академии заснованы у 19 стагодзе на территории былого графского майонтку. Сад и теперешний поздней осенью робить великое уражение. Тут больше за 2000 самых разных рослин, однако гэтым часом радостно зеленеют только хвойны. Прозрыста червоные листья барбарыса разгоняют осеньскую шерсть, але самое великое захопление выкликают яркие рослины, якія здалек подаются дивными экзотичными кветками. Это обычная декоративная капуста. Что удивительно, люди думают, что это розочки, если издали посмотреть, имеют очень красивее, чем не букеты с роз. Капусте не страшный первый снег и навод морозы до минус 5. Однако побач кусты снежноягоднику небыто нагадывают, зима уже зусим близко. Хотя некоторые рослины, подобные на тое, теперь готовы сустракать весну. Создались такие погодные условия климатические, что даже в этом году волчья лыка начинает зацветать в ноябре месяце. Обычно его цветение приходится на конец марта, начало апреля. Вот уже цветочки. Вот мы посмотрим, это тоже первый раз мы такое встречаем. Сховаться от осени можно в оранжерее, где плюс 25. Тут теперь идет ремонт. Для экономии сродков новая полиция зробится старых студентских ложков. Оранжерея мая потреба у серьезной реконструкции. Грамотный догляд за рослинами потребует и грош, и высілкаў, і ведаў, і любові. З гораскага саду Ілона Іванова, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіён.